Это была первая попытка вообще в нормал моде с нуля. Офигеть! Это была первая попытка вообще в нормал моде с нуля. Я типа до этого там потратил попыток 600 на тренинг. Он сейчас тупо зашел такой. И за там, ну, две попытки. Офигеть! Просто тупо за одну попытку сделал 68%. Офигеть! Я еще в тот раз флюкнул парт спидкиллера, который самый забагованный, самый плохой парт вообще. И я его флюкнул тупо с первой попытки в нормал моде вообще. Я настолько офигел. Я причем вообще не волновался, такой просто играл, такой лол. Как такое возможно просто? Ну я знал. Это такое неприятное место, которое игроку, который проходит этот уровень, оно известно. Оно очень неприятное, но очень глупое, но оно есть. Пресса. Ух. Блин. Через 3 минуты после 73 взял прогресс 74. Найс, что сказать. Тоже, ну вот этот вот весь процент после этого дешорба, он весь поганый какой-то. Там нужно зажать, потом нажать, как бы такая комбинация не лучшая. Вот это хитбокс, я не понял, это вообще что было. Офигеть. А вот теперь, люди, флюкаем 74-х. Вот просто надо флюкнуть. Обитаем, люди. Вот сейчас точно выигрышная попытка. ГЦ, люди. КЦ люди, короче, я бинул. Я неожиданно, да, так, типа, второй Хардемон. Ну, прикольный очень уровень.
Я, наверное, в него играл только благодаря музыке. Музон тут, конечно, да, классно. Нечего. Офигеть, я 13-й пришел. Ну, так ты во много пришло. Ну, в общем, люди, это не хардем, нифига. Это, мне кажется, ближе к медиуму все-таки. Демону. Короче, классный уровень. По поводу обскрум. Я на 60-20 очень, очень уже хорошо играю, его 7 раз бину. Но что-то в последние дней, наверное, 5, я в него вообще не играл. Вообще. Ну чё, буду проходить его. Чё сказать еще? Кстати, да, 97-й демон. Я, наверное, сейчас сбину еще кое-какой уровень, который я начинал, и еще какой-нибудь подыщу. И потом будет обскрум. Короче...